знаю. Значит, 25 сороковика будет Беларусь, сборная Беларуси играть против сборной Албании. Мы с другом хотим поставить ставку на сборную Беларуси. Вот. А какие виды спорта? Футбол, чемпионат Европы. Вот. Еще у меня день варенья 25 марта. Вот. Сороковика? Да. Вот. А еще, что там может быть еще? Больше, наверное, может, какие-то исторические события должно произойти, что-то такое. Ну, есть что-то, но я не помню уже просто. День весеннего равноденствия уже прошел, как бы. Вот. Ну, все пока не вспомню. А что там было? Ну, это праздник, подождите. Сейчас. Сейчас, подожди. Нет, равноденствие 22-го. Ай, христианский был? Нет. Международный праздник. Леса был вчера. Нет, не леса. Не леса. Дайте вспомнить. Сейчас вспомню, я знала. Подожди. А, не... День работы какой-нибудь? Не радио. Нет, не радио. Что-то нет. Такое. Затрудняюсь сказать. А когда так трошку взгадать историю Беларуси? Вот так. История Беларуси. Что-то я не очень сейчас вспомню. Зрозумела. Напомните тогда. Это день обвещения незалежности Белорусской Народной Республики. А, БНР? Так. Ну, что ж, был такой день. Ну просто цікаво, ці ви сприймаєте люди в цей день як свято? Ні, звісно, тому що ніколи не було цього праздником, тому трудно так сказати, праздник це не. Ну була така дата коли-то, в 18-му році, по-моєму, там, ну. А ну ти просуществував, скільки там считане, скільки там. Да і не було такої вже, признання цієї республіки не було во время окупації німецької. Ну, як етап історичний і все, більше нічого. Что у нас 25-го сороковика? Что-то узнаю. А Бог его знает, напомните. А я другу подхожу, это связано с историей Беларуси. Ну, я уже догадался. Да? Колись. Хотя не. Стоп. Не помню. Не помню. Ну, этот день обвещения незалежности Белорусской Народной точно, Республики. Точно, а, точно, вот точно. Так вот. Да. Хорошо, да, здорово. Ну, для вас это не свято? Не-а. А почему? Не знаю. Мы родились в Советском Союзе. Да. 25-е. Сегодня день, пробачьте, это день этих метеорологов. Ну, не ведаю. День Короткевича? Нет, это день обвещения незалежности Белорусской Народной Республики. А, давайте я еще раз сначала. Да. Не, ну вы скажите, я к ведаю, ну не ведаете, это же нормально. Я ведаю, да. Белорусская Народная Республика, я историк по образованию, философский факультет окончил, между нами говорят. Я хочу вам сказать, это первое вообще утверждение государственности Белоруссии. Спасибо этим людям, которые тогда это в трудное время сделали. 25 марта. И богу не знаю, что это. Я тоже не знаю. Ну это просто день обвещения незалежности Белорусской Народной Республики. Ишь, мы с тобой, бабушки, отстали, старушки, не отстали. Говори. Извините, да. Мы отстали. Тебе... Пусть цветет или да. Квитнеет эта Беларусь. Да. Дай Бог ей здоровья. Да. И мы вам. Жительницы ее. Да. И помирать тут будем. Так что... Пусть да. Квитнеет. Чем ей лучше, тем нам лучше. Там нам лучше, да. Тем ой. Третья уставная грамота, да, по-моему, объявление БНР, по-моему, да? Или что там? Или БССР, я уже не помню. БНР, Белорусская Народная. Да, БНР. У вас свято для вас этот день? Ну, в стране этот день не празднуется, поэтому для меня тоже это... К сожалению, праздник не считаю, но это была попытка создания государственности, и об этом нужно помнить. Безумно, я веду. Это вот день БНР, насколько мне известно. Обещание незалежности, так? Да, я знаю. А скажите, чему для вас это свято? Вы знаете, праздник – это обязывающий термин, поэтому я не буду комментировать то, что вы сказали об этой дате. Это историческая дата. Праздник – это другое. У нас другие государственные праздники, другие просто праздники. Вот.
тем не менее, я знаю, что это за дата. Отдаю должное тем, кто помнит об этом. Это день незалежности Беларуси. Мы ведем, что это за свято. При нам сия. Павлина, так само, конечно. Вот. А чему гэты день для вас свято? Ну, потому что в гэты день, в 1918 годе, Рада Белорусской Народной Республики была обвешена незалежность нашей краины, и этот день является святым, повинен являться святым для каждого белоруса, покольки после 200 год московской оккупации мы просто отродили свою державу. Дякую. А может быть, ну, несколько слов для вас уластно. Какие переживания в этот день? Чем он связан для вас уластно? Ну, для апошней ось годы он, принамсі, для мене зв'язаний з, не ведаю, напевно, окрамя свята, ось особистого такого, ну, сімейного свята, якого я відчуваю близькость з усіми білорусами. Ну, это, на жаль, зв'язано ще з акціями, у більшості акціями протесту супроць сьогоднішнього режиму, який панує в Україні.